Действительно. Да, можно, можно. Устраивает. Серьезно? Я на спинку не облокачиваюсь, я больше на стол облокачиваюсь. Я просто знаю, что стоит только на полдня расслабиться, и стол будет завален бумагами нужными и не очень нужными. Поэтому стараюсь всегда следить за тем, чтобы... Я не считаю себя... Почему же? Совсем так я не считаю. Но... Это материалы завтрашней поездки в Иваново. Потом материалы по поводу награждения завтра женщин к 8 марта. И один материал из ФСБ, но его переворачивать не будем. Мне кажется, что мы все друг другу отчасти прислушиваемся. Один из вариантов, который разрабатывается и рассматривается в качестве возможного, одного из возможного варианта развития экономики. Я думаю, серьезно относится просто. Компьютер. К сожалению, нет. В общем, насколько я понимаю, их это не очень интересует. Видно, что наша страна нуждается в реконструкции для того, чтобы иметь будущее. Вот это есть некоторые очевидные вещи, которые из этого кабинета должны быть видны. Надо понять, что, и, собственно говоря, это понятно, что идет очень жесткая конкурентная борьба не только между фирмами на рынке, но и между государственными на международной арене. И, к нашему глубокому сожалению, есть определенное чувство тревоги, потому что мы не являемся лидерами в этом соревновании. Ну, просто я люблю часы носить на руке так близко к запястью, и заводная головка, она, если на левой руке носить часы, она задевает кисть. Ну, можно много. Россия не будет участвовать ни в каких. Мы думаем над тем, как... Ladies and gentlemen, I am delighted to greet members and guests of the General Assembly of the International Exhibitions Bureau. Russia has a long and rich experience of participation in the World Expo movement. Surely, time has come to change this. So, we proudly submit our bid to host World Expo 2020 in Yekaterinburg, a dynamic and promising city. Our bid's organizing committee has the full backing of the Russian government. We guarantee it will be a priority national project. We are going to build a massive state-of-the-art complex with the capacity to host 30 million visitors over the course of the event. We plan to allocate all the necessary funding for its construction. In particular, we are preparing a special program of support for developing countries. Once again, I would like to make this very clear. Russia guarantees to fulfill the complete range of requirements set by the International Exhibitions Bureau. Thank you for your attention, and I hope for your support.